Завтра в Запорожье ожидается визит президента Украины, а сегодня в областной центр прибыла супруга главы государства. Во время визита первая леди посетила школу номер 103 и военный госпиталь. Дети переселенцев подготовили и подарили Марине Порошенко символическое панно с пожеланиями счастья Украине. В ответ жена президента передала школьникам книгу мира. Про войну и мир вы знаете уже, на жаль, не с книжок и не с кинофильмов, а из власного життя. И дуже хотілось би, щоб на майбутнє над вами було мирне небо.